Что-то натуральное, природного происхождения, то есть как бы то, что человек может обработать. Влияние, которое они оказывают на нашу жизнь, у нас есть мастер, который говорит, что когда вы берете в руки минерал или камень, у вас в организме вырабатывается гормон счастья. Поэтому я думаю, что все, что нам нравится, делает нас счастливыми. Вот точно так же можно сказать про камни и минералы. Самое распространенное — это то, что рекомендуется, например, так всем девушкам, розовый кварц. Для привлечения либо второй половинки, либо для гармонизации уже состоявшихся отношений. Вообще все камни считаются оберегами. Любой вас будет охранять. Один из самых сильных камней – это тигровый глаз. Тигровый, соколиный, бычий глаз – неважно. Вот он довольно такие необычные раскраски. Вот, специалисты рекомендуют именно его. Вот. Ну и как бы практически у каждого камня есть какая-то функция. Если вы, например, хотите много выпить, но не хотите пьянеть, можете в стакан положить кусочек аметиста натурального. Есть легенда, которая гласит, что с аметистом вы не напьетесь. Шерл, например, черный турмалин камень, он такой слоистой структуры. Считается, что этот камень в средние века носили ведьмы, например. То есть как бы у каждого есть какой-то свой символ и какое-то свое значение. Большой популярностью пользуются четки из натуральных камней. Как бы четки в принципе успокаивают, но тут скорее просто за счет мелкой моторики движения. Но некоторые их подбирают непосредственно из какого-то определенного минерала. Если вы не знаете, с чего начать, да, знакомство с камнями, начните с гороскопа. Вам так будет проще, у вас будет какая-то систематизация, например. Но когда, если это понравится, да, то потом это будет выбор, ну, на чисто интуитивном уровне. То есть как бы вот захотелось это, приобрели вот это. У меня есть минералы, которые они у меня, ну, просто стоят как бы себе спокойненько, я ничего с ними не делаю. Рекомендуется периодически промывать, вот. Ну и в принципе ничего сверхъестественного, то есть там никакой полировки, это серебро там нужно чистить, а мне захотели, там почистили, мыли водичку, все. Довольно неприхотлив. Есть те, которые рекомендуют носить с собой. Например, цитрин, как денежный камень, ну, рекомендуют носить в кошельке. Но, допустим, какой-то булыжник, который вам даже очень нравится, больших размеров, вряд ли вы несете куда-то сильно далеко. Как и с любой другой вещью, то есть обращаться с ней, контактировать настолько, насколько вам хочется это делать.